Всем привет! Я Елена Марченко, и я декоратор. Сегодня мы с вами будем декорировать горшочек. Это обычный глиняный горшок, и мы из него сделаем в такую посуду для каких-нибудь сыпучих смесей, для кофе, для сахара или соли. Как вам понравится. Поехали! Becoming the best at it and mastering myself and seeing what I have within me. If you decide to drop your buckets where you are and develop your gifts, I grant you, you'll never ever be without. I grant you that your gifts will take you places that will literally amaze you. Мы закончили наш горшочек, он получился с меловым покрытием, и на нем можно оставлять разные надписи, стирать и писать. Можно оставлять какие-то приятные слова, можно просто написать название сыпучих смесей. Всем спасибо, до свидания.